Вот это, вот так работают администрация Аризоны РП Меса. К тому же, это третий уровень админа. Опа, опачки в масках, но грустрите. Возможно, ребят, сейчас кто-то получит вар. Так, Дмитрий вышел и побежал прямо на спаун. Подбегает к Энтони. Прогуливайте школу, скорее всего. Алло. Алло. Да, меня слышно? Да, вас слышно. Можно узнать причину предупреждения? Только недавно я поймал себя на мысли, что я, в принципе, никогда не снимал видосы рано утром и не следил за игроками, чем они занимаются, когда идет школа, потому что в школу надо ходить. Именно сегодня мы с вами проследим за самыми подозрительными, интересными игроками, посмотрим, чем это они занимаются во время школы, и, может быть, даже узнаем, какого черта они не на учебе. Спасибо вам большое за активность на прошлых видосах, спасибо, что вы подписываетесь, давайте будем просто продолжать, ни больше, ни меньше, главное, давайте будем продолжать. Прямо сейчас поддержи видео лайк, и подпишись, мне будет приятно, и мы наконец-таки добьем 140 тысяч на канале. Если что, это никакой не прикол, это не постанова, это и вправду сейчас произошло. Прямо перед началом ролика, как я хотел начать снимать, прибегает какой-то мужик, сливает этот дом в гос, он убегает куда-то далеко, и дом как бы остается наш. Я так подумал, что я этот дом, скорее всего, просто профукаю и забуду за него заплатить, поэтому лучше заберет кто-то один из вас. Просто напишите в комментарии свой ник на сервере. Неважно, какой уровень. Первый, второй, третий или давно играете. Аризона РП Меса, конечно же. Я выберу одного случайного и подарю ему дом. Итак, на сервере у нас 200 человек. Это довольно утреннее время. И давайте посмотрим, что тут у нас вообще происходит. Так, это у нас какое-то депо, которое ругается в вип-чате. За это он получит наказание. Но при этом посмотрим, куда он едет и зачем. А, муты мы уже дали. Следующие персонажи, это у нас группа ребят. И не... Так, что вы там друг друга выкидываете? Здесь у нас дорожная служба чинит нам дороги. Так, все, они, ребят, разъезжаются. В принципе, вроде как ничего интересного. Давайте посмотрим, чем же занимается администрация во время учебы. Первый у нас Хит Вандал. Насколько я понял, это у нас ютубер какой-то. И он тут, кстати, смотрите, что-то снимает, скорее всего. Тут бронежилеты снимают, одевают. Может, снимают какое-то вступление для видоса. Ладно, следующий админ у нас 79-й, второй уровень, если я не ошибаюсь. И они стоят у нас в админ-зоне. 258. Так, администратор 258 бегает с елдаком. Дядька, Кристиан. Вот это, вот так работают администрация Аризоны РП Меса. К тому же, это третий уровень админа. Я думаю, после просмотра этого видоса Стас, ну, сделает ему повышение. Так, администратор Виторио. Я не очень понимаю, что с ним происходит и что он делает. У кого есть догадки, какой болезнью он заболел? Кстати говоря, это были все админы, кого вы могли посмотреть, потому что половина стоит в админ-зоне, кто-то в УФК, а кто-то с писюном бегает в руках. Так, а Диего Вейн у нас 100% сейчас занимается поиском клада. В этом я уверен. Ездит на велосипеде, даже лопата на спине. И еще по таким странным местам, разным лесам. Айфон, кальян, полицейский... Ого, то есть ты такой смелый даже, в воду. Ну ладно. Он так смело катается на велосипеде, и мне кажется, рано или поздно мы сейчас на кое-каком Клео его словим. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. А вы понимаете, о каком Клео я говорю, и что вот я хочу тут сейчас увидеть? Но... Ладно, Диего, ты мне прям стал очень интересен. Давайте уже за ним последим до тех пор, пока... Ну что-то не произойдет, либо клад найдет... Либо с велосипеда упадет, а может и не упадет. Так, все же упал с велосипеда, поэтому ладно, мы его отпустим. Ну а если вы догадались, какое же Клео я подозревал у него, то напишите об этом в комментарии, посмотрим, думаем ли мы с вами одинаково или нет. Так, следующие два персонажа, это у нас Мэтью Вестон и Леонардо Вестон. Два парня ездят на такси. Так, один у нас 34 уровня, второй у нас 57 уровня. Так, и Варн 25 часов. Мне вот всегда было интересно, чем вы занимаетесь во время игры? Вот вы ездите вдвоем, да, скорее всего по Дискорду вдвоем. У вас одинаковая Фома. Прогуливайте школу, скорее всего. Какой может быть конечный пункт? Хорошо, они едут по гетто, проезжают Балосов и... Так, они остановили... Ребят, вы пи***! Я ожидал, что начнется какая-то
беседа, РПшечка. Смотрите, он даже на альте выходит. Короче, как я понял, это просто два ДМщика, два бандюгана, которые ищут... Лишь бы кого задеймить. Тем более не будем забывать, что у одного уже есть варн. Возможно, это что-нибудь было жесткое. И что-то связанное с ДМом. Жалобы, 16-й, иди срочно ДМ. Так, тихо. Кто кого? Я не знаю, хилить? Я похилил всех, я всех выхилил. А ну, успокоились. А ну! Чё творите? Что за драки? Мне больше интересно, чем же занимаются наши два бандюгана. Они приехали на Грустрит. Лиана, опа, опачки в масках, но Грустрите. Возможно, ребят, сейчас кто-то получит варн за СК. Так, а 80-й подошел прям впритык. 33-й на крыше. А сколько ЗП? Мне кажется, сейчас что-то будет. 33-й по-прежнему сидит на крыше. Опа, достал оружие из кармана, зарядил эмочку. Так, один получил инвайт, кстати говоря. Так, Мэтью вступил в грув. Мы с вами прям стали свидетелями ДМа. Ну давай же. Ну что ж ты сышь, а, Леонардо? Ты же эвочку прям уже зарядил. Прицелился? Я готов фризить. Ну! Все, есть, оба попались. Как я долго этого ждал. Два говнюка, которые зачем-то... Ну это самое, ну это... Ну... Ну как бы. Так, а вот, собственно, наш потерпевший. Пришел лидер, которого хотели задеймить. Мы видели всю ситуацию с самого начала. Никто никого не провоцировал. Они сразу были готовы там стреляться. Поэтому первый отлетает за СК. И второй, к сожалению, тоже. Так, хватит. Дядька! Дэм! Ладно, это только не дэм было, как это? Это неправильное использование... газового баллончика, назовем это так. Но пока ребят со мной фоткаются, красавчики. Мужики, я вас тоже приглашаю на сервер играть. Если что, Аризон РП Меса, в описании есть промокод, мой ник, как шо, туда-сюда. И снова у нас, кстати, Диего Вейн, который занимается поиском клад. И он у нас попросил велосипед. В принципе, почему бы и нет, давайте выдадим ему BMX. Ну а тут у нас попались Дмитрий Коробов и Георгий Вилсон. А два сотрудника... Не знаю, какой ПД, что это у нас? СФПД. Так, чек 41. 23 уровень вместе с 13. Так, хорошо, они оба в масках. И посмотрим, чем они будут заниматься. Окей. Так, Дмитрий вышел и побежал прямо на спаун. Подбегает к Энтони. К обычному таксисту. Зачем? А Энтони просто уезжает. Честно? Честно? Дмитрий даже слова не сказал. Они его уже убили. Звезды били. И он меня начал дэмить. И он меня сразу же начал дэмить. Нет, ребят. Ван 41, нон РП коп. То есть они его погоняют, опа стреляют в людей. Я понимаю, что они искали преступника, но... Ладно, я все же решил оставить вот этого парнишу. Эти ПДшники получили варн. И сейчас они просят мой дискорд, чтобы со мной поговорить. Ну давайте посмотрим, что же они мне скажут. Я вас слушаю. Алло. Алло. Да, меня слышно? Да, вас слышно. Можно узнать причину предупреждения? А вы увидели таксиста, и вы даже слова не сказали? Он начал уезжать. Я хотел его выкинуть из машины. Прописываю пул и не успеваю. И мы стреляем ему по колесам. Ну, а что ему запрещало уехать? Потому что я следил с самого начала, там не было ни единого слова от вас. Вы даже не успели ничего сказать, он начал уезжать, и по сути он имел право уехать. Правильно же? Ну, он же в розыске. Ну, в розыске, но... А как вы опознали его? Вы просто увидели машину, сразу начали его дэймить. Мы не его дэймили, а стреляли по колесам. У него было мало хп, и потом мы его догнали, и у него машина уже, двигатель сломался, он выходит, начинает бежать. Я по нему не стрелял вообще, я навел на него оружие, чтобы он поднял руки. Потом тпхайтесь вы. Я испугался вообще и нацеливаюсь на вас. Вы поднимаете руки. И потом я только после выстрела я понял то, что вы админ, и вообще растерялся и не понял, что произошло. Почему я все же снял варн, почему я не стал их жестко наказывать? Потому что это, в принципе, адекватные ребята, как оказалось, по разговорам. Они, в принципе, объяснили свою точку зрения, как происходило с их стороны, что они и вправду не хотели убивать человека, а лишь хотели остановить транспорт. Я всегда рад за адекватных игроков. Неважно, сколько им лет, важно, вот как они мыслят. И мне эти парни показались хорошими, поэтому я варн им снял, пусть дальше
нашей лучшей игре. И на этом наша первая серия подходит к концу. Если вам понравилось следить за движухой на сервере, что вообще происходит, то обязательно поддержите лайком. Не забывайте про конкурс на дом, кстати. И самое главное, пожалуйста, подпишись на канал, если тебе интересно. Не интересно, тогда не надо. С вами был Брулев. Добавляйтесь ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм. Всем пока!